Друзья, спасибо вам большое за то, что вы пришли вчера на вебинар. И судя по вашей реакции, я понял, что этот формат интересен. В течение целого дня сегодня до самой ночи, до 12 часов ночи, можно посмотреть этот вебинар. Ссылка в описании. Давайте начнем работать серьезно. Таня, Маня, слава, у вас был ролик о культуре мазка. Когда-то давно, когда я сама была начинающей, я увидел очень талантливую работу «Пейзаж». Все было хорошо, кроме того, что мазки выдавали неопытность художника. Такую неопытность выдают даже у академиков, я часто вижу. А у вас своя, далекая от академизма, особая смелая манера накладывания мазков. Я отошла от зализанности, но не пришла еще к новой, столь свободной, как у вас, манере, боюсь некой неряшливости. А чего ее бояться? Даже в парикмахеры в прическах сейчас новых модных делают. Там причесывают, делают, а потом вот так вот. Дырки на коленках, вот это вот все. Одна бабушка внучке к утру зашила эти дырки. Вот, и внучка ругалась на нее. Говорит: бабушка, вы что, это же мода новая. А ей показалось, что это так, джинсы посносить. Боюсь, так, неряшливости, что ли. Как вы выработали свою манеру мазка? Ведь не сразу же вы к этому пришли. Ну, путем экспериментов бесконечных. Художник всегда хочет, если ты форму рисуешь, да, вот, ты же хочешь прям вот точно все нарисовать. А в живописи приветствуется некий отход от этой точности. Когда ты соседний план можешь смикшировать, как бы связать с формой. И одна форма перетекает туда-сюда. Но рисунок, между тем, прочитывается. Вот это чувствование рисунка внутри, когда ты свободно. Кстати, не в фокусе, когда ты смотришь, это помогает вот этой неряшливости. Когда ты сильно увлечен живописной мозаикой, и позволяешь, собственно, мазку выходить за пределы формы. Просто попробуйте этому, позволить этому, ну, чтобы это получалось. И вы заметите некую, ну, я не знаю, возьмите там банку какую-нибудь, кружку. Вот попишите ее так, чтобы вот было не точно все вот так вот. Прям. Это же не чертеж. А пусть куда-то где-то залезает, куда-то туда-сюда. И, ну, такая списанность. Начните с этого. В природе нет прямых линий, когда все немножечко не так. Это будет только на пользу живописи. Попробуйте. Капля воздуха. Какую бумагу лучше брать под масло? Ну, естественно, прогрунтовать, скорее всего, придется. В дорогу не хочется брать холсты, а маслом пописать хочется. Ну, а почему холсты-то не хочется брать? Ну, тонкие купите какие-нибудь. Они же будут столько же весить, сколько бумага. Ну, а бумага... Я не пользовался бумагой. Один раз я пописал, мне не понравилось, и нафиг ее, эту бумагу. Холст все-таки это серьезно. Ну, акварель возьмите, гуашь, темперу. Тогда на бумаге будет уместно. Попробуйте водными какими-то. Прекрасно. Я не специалист по бумаге. Друзья, если есть чем помочь капле воздуха, подсоветуйте, что там, какую бумагу взять. Оксана Рубан. Можно с Бато интервью, пожалуйста. Так у меня на канале... Много интервью с Бато, посмотрите. Плейлист называется, по-моему, «Интервью с художниками» или «Мастерская художника», что-то так примерно называется. Просто посмотрите по плейлистам, и вы найдете много интервью. Или наберите у меня на канале Бато слово, и там вылетит. The Rosk 42 Брауберг, нормальная краска. Ну, я купил несколько красочек таких вот, желтую, охру. Попробовал, ну, нормально с мастер-классом мешается, ничего. Но все-таки это у меня такие вспомогательные, как бы, основные. Ультрамарин, белила, у меня все-таки такие, которые мне нравятся. Белила я использую Малевича, взял такие большие, по 800, что ли, там, миллилитров, или 400 миллилитров, по 800 с чем-то рублей.
вполне замечательная краска. У меня нет к ней никаких претензий. А остальные, в общем, мастер-класс. Краски, и меня все устраивает. Спасибо. Неля, 75. Далеко в моей молодости, будучи в мастерской омского художника, я услышала такую фразу от Оного. «Художник – это тот, который имеет вот такую книжечку». И он показал удостоверение члена Союза художников. Представляете, что бы тогда было, если бы при этой сцене рядом с вами стоял, я не знаю, Микеланджело, Боттичелли, Фешин, в конце концов. У кого книжечки члена Союза не было. Наверное, они склонились бы в почтительном поклоне перед этим членом. Конечно, есть такие места на Земле, где бумажка решает все за тебя. Есть бумажка – ты человек, нет бумажки – ты никто. Но есть такие территории географические, где встречают не по бумажке, а потому что ты можешь. Какого качества твоя живопись? User GL, хочу поделиться, участвовал в ежегодной выставке в своем городе. Получила хорошие отзывы о своих пленэрных этюдах и миниатюрах, к которым у меня самой было много претензий. А большие натюрморты, которые я писала с преподавателем, профхудожником, остались без всякого внимания. Они не были совсем уж учебными, у каждого была тема, которую я сама придумала, но никого не заинтересовалося, никто не заинтересовался ими, к моему удивлению. Теперь вот думаю, стоит ли дальше учиться? Или одна выставка – это не показатель? Конечно, не показатель. Может пройти, не знаю, десяток выставок, и к вам вообще никто не подойдет к этим работам. У меня такое было не раз, да и продолжается. Я так скажу, User GL, если вы задаете такой вопрос, то учиться вам дальше не стоит. Ну, он же задан, этот вопрос. Значит, сила намерения ваша невысока. Может, вам что-то другое хочется делать. Там, где вы проявите себя просто тотально, и не будет никаких вопросов. Может быть, душа хочет, я не знаю, пирожки печь или стихи, стихотворения сочинять. Если такое маленькое препятствие вас вышибает, значит, наверное, просто что-то другое нужно подобрать. Там, где вот действительно сердце горит, вот это же показатель главный. Но хочу просто предостеречь от того, что, ну, допустим, вы, например, стихотворение будете писать и также сделаете, придете на поэтический вечер, прочтете, никакого аплодисмента, ни одного хлопка, недоуменный взгляд. Вот что, если вы тоже тогда скажете, что, может, тогда я не буду стихи писать, стихотворение, раз никто не хлопает. Лучше пирожки буду печь. Напекли пирожков, все съели пирожки ваши, и никто не поаплодировал, не сказал доброе слово. Ну, вот тогда что-то еще поискать. Обратная связь, конечно, важна, но есть еще внутреннее ощущение, что ты делаешь правильно. Оно важнее. Весь мир может быть против. Более того, могут даже на кресте распять человека, а он все равно. У него внутреннее ощущение правды живет в сердце. Подписывайтесь, друзья, на канал. Не будете пропускать следующие видео. Ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте. Я предлагаю посмотреть 626 ролик «Коммерческая живопись». Прямая будет ссылка после этого видео.